Йоу! Привет, дружище! С тобой, как всегда, я отец Шиморо. Добро пожаловать в Мордхау. Мордхау, называй как хочешь, значит. Игру обновили. Большое обновление вышло. Новая карта, новые виды оружия. И сегодня мы с тобой их потыкаем, как говорится. Сегодня мы с тобой на них посмотрим и пополучаем удовольствие, значит. Тебе спасибо за лайк. Давненько у нас не было Мордхау. Я вот что-то решил сегодня снять, потому что интересно, как игра развивается, куда они движутся и так далее. Рассказывай пока, что у тебя нового. Давай посмотрим на этот новый контент. Давай посмотрим, сможем ли мы с ним поугарать или не сможем. Сможем ли мы с ним получить удовольствие или нафиг он не нужен. Давай посмотрим. Так, значит, вот это вот копье. Джевелин. Да, значит, вот это вот копье, давай его приобретем. Давай посмотрим. Как я понял, его можно метать, естественно, как и небольшие маленькие копья. И, соответственно, вот у него боевая статистика. Урон, скорость перезарядки. Скорость перезарядки у копья. И, соответственно, эффективная дальность. Ну, на самом деле, скорость перезарядки, это по факту скорость, как быстро он тыкает. Видимо, этим копьем можно очень быстро тыкать, как бы. У нас с тобой сейчас одно очко осталось, да? Поэтому можно на второе оружие взять, например, что-то за троечку. А можно, в принципе... Слушай, можно щиток взять. Можно щиток взять. Каплевидный щит можно взять на троечку. Подожди-ка. Давай-ка мы... Да, каплевидный щит. Я еще с таким стилем не играл. Копье и щит, понимаешь? Просто вот это я понимаю. Вот это я понимаю, понимаешь? Смогу ли я натыкать кого-нибудь им? Посмотри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мордхау, Мордхау. Слушай, ты мне что-то новое вводишь. И новая карта у нас. Crossroads. Значит, поехали ее смотреть, получать удовольствие. Значит, все, понеслась, короче. Ну что, братья мои и сестры, вот она новая карта. Вот они новые приключения, значит. Давай посмотрим. Давай посмотрим, что мы можем сделать, значит. Ух ты. Смотри, это какая-то крепость получается, да? Нам завезли здесь крепость какую-то. А, я всегда его метаю, ёбаный ты дурачок. Ой-ой-ой-ой, я всегда метаю копье. Я не могу им воткнуть в кого. Где мое копье? Где мое? Два боезап... Я с метательным... Я идиот. А как я... Мне только подбирать оружие теперь. Вот оно, новое копье, точно. Там же было написано, что... Соответственно, новое метательное оружие, как бы. У тебя джевелин. И все, что ты можешь, как бы. И все, что ты получаешь. Вот оно, все удовольствие, которое у тебя имеется. Давай, маленький. Давай, мой хороший. Ай, тара-таташечки. Папочка промазал. Нет, 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 не убивай меня только, бля, брат. Брат, сват. Господи, папочка промазал двойным копьем своим джевелином. Новое копье, новые классные приключения, новые эмоции. Кто тут? Втыкайте в него оружие, отберу. Отдай мне мяч. Пацаны, пиздите его, отдай мяч. Пацаны, вот оно, спасибо. Спасибо, братишки мои, хорошие мои. Хорошие мои, дайте его, затыкаю здесь. Слушай, у тебя, блядь. Вот хорошо, маленький мой. Вот хорошо, я хп пополнил. Так, хорошо, у меня есть щит. Джевелины пополнить могу? Да, могу джевелины пополнить. Давай попробуем. Слушай, вот это весело, вот это офигенно. Новая карта, знаешь, напоминает мне какую-то арену такую, да, арену смерти, где все друг друга пиздят, где... Прям посмотри, они прыгают сверху, они прыгают снизу, они получают удовольствие от этого. И я получаю удовольствие, это мне светит свет в глаза. Давайте, пацаны! Вперед, воины, на вот этого втыкана тебе, сучонок! А, я сгорел на работе! Закинул прямо под себя, короче, огненную херню, чувак, и, соответственно, спалил меня. Ну, неплохо копье дамажит, как я вижу, 70 урона было. Че он там сел? Че это такое, блядь? Что это по-пацански на райончике, ебать, смотри. Нога трясется такой. Ну че, где там у нас противники, ебать? Мы заняли высоту. Это типа царь горы, да? Получается у нас режим. То есть мы должны с тобой захватывать вот эту вот башню. Блядь, так и хочется кому-нибудь приписюлить копье прямо в лицо, понимаешь? Прямо очень хочется. Ой, ай, блядь! Блять, иди от ты. Вот, сука. Тяжелое достаточно копье, на самом деле. Блять, да куда ты забежал-то нахуй? Ёбаный ты! Ёбаный ты приключенец! Забежал, понимаешь, на меня? Вот хорошо, 50 повреждения. Вот хорошо, блядь. Вот хорошо, я тебя переебашил, братишка мой. Так, хорошо, хорошо, замечательно. Там у нас еще метательные хуесосы. Членобасы. Так, спокойно, воины, мне нужно хп пополнить. День 10 хпшка.
сука, там наших дрючат, тут наших дрючат. Кто выигрывает? Мы пока выигрываем, мы пока нормально ебем. Что у него за это? Откуда столько лошадей-то, блядь? Все на лошадях, смотри, какой яд! Так, тихо, надо перепедерастить кого-нибудь. Там лошадка, тут лошадка. Слушай, веселая карта, прям офигенная. Вот этого не хватало в Мордехау, когда, соответственно, так много территориальных всяких возможностей. Сука! Ну давай же, ёб твою мать! Да что ж ты за нахуй-то, блядь? Что ж ты за ебаная, блядь, пушка у меня в руке? Что это за такое-то, а? Я натыкивал его, он быстрый делает какой-то удар, выпад и все. Ладно, хорошо. Но я с этим мечом не играл ни разу, поэтому не знаю. Хватит скакать нахуй вокруг меня, смотри какой яд, смотри как классно. Смотри, везде не наши, сука, на лошадях. Где наши лошади? Дай лошадь мне, блядь! Нравится тебе, блядь, уёбок? На нахуй! Тыкайте в меня, конечно, все в меня копья втыкайте! Конечно же, толпой еще и посмеялись надо мной, понимаешь, вдвоем затыкали на лошадях гопники вонючие, блин, это весело, да, мне нужно, и это тупо то, что у меня только джевелины, это очень тупо, то есть мне приходится подбирать, видишь, оружие, вооружение. Вот, сука, вот ему повезло, вот что значит везучий. Да, я убил своего члена отряда. Да, это я. Да, я его пизданул. Я его... Да заебали вы меня уже! Так, это наш лошадерист. Я его пизданул. Я пизданул своего человека, понимаешь? И даже не это... Не обернулся назад, как говорится, знаешь? Ты оглянулся посмотреть, не обернулась ли она? Ты оглянул... Блять. Вот это тут меня бесит. Это один из гопников, по-моему, блядь. Пацаны, пиздите его. Ну, сука, не достало. Это один из гопоты. Давай, бля. Нет, слишком много лошадеристов. Слишком много. Дай-ка я тебе перепиздану. Сука. Джевелин хорошее оружие, но им нужно брать, естественно, второе, чтобы... Блять. Да как ты заебал меня, а? Дай-ка я попробую попасть. Сука, не получилось попасть. Загородил, видишь, перегородил проход, побежал наверх. Там меня переебашивают. Сука, надо как-то эффективно отыграть. Надо как-то эффективно. Бля, ну с джевелинами на старте это очень плохо. Сейчас у меня есть меч в руках, можно зайти, в принципе. Нужно дождаться, пока здесь догорит все. Забрать джевелин себе. И воткнуть вот в этого хуесоса. Нет, не втыкается. Не втыкается это хуета. Заходим в них, заходим по центре. Заходим внутрь. Давай, еще своего переебашу. Еще сейчас своего переебашу. Давай, я всех переебашу, я всех переебу. Давай, я всех перекрашу здесь. А, блядь. Где они? Где они? Где они, маленькие? Я всех перекрашил. Я и своих, и чужих, и всех. Потому что у меня огромный меч, блядь. И у меня есть джевель. Кто горящие снаряды сделал? Сука. Почему мне все мешают, а? У них есть какая-то тактика, блядь, и они ее придерживают. Ёбаный нахуй. Бедный парень молодой был, блядь. На колье налетел. Карта пиздец здесь месиво, вы на этой карте. На этой карте пиздец месиво, просто крошилово красивое. Да пошел ты нахуй, ты заебали вы под мою оружие. Сука, бежал мой хуй. Бежал мой член. Бежал мой товарищ, как говорится, блядь, и под мой меч набежал. Вот это я понимаю, веселье, блядь. Нравится мне эта игра. Здесь так прикольно угорать, заходить просто. Лучшая игра для угара, наверное, сейчас, в последнее время. Особенно, как люди переебывают друг друга. Вот это вот, это одна из лучших игр, где ты просто получаешь удовольствие. Вот в этом месиве крутишься, вертишься, как бы. Это кайф, это просто кайф, я не знаю. То есть, именно такие игры для фана и должны присутствовать. Как бы, таких игр не так много сейчас есть. Опа, получил въебало прямо, мой джевелин нравится. Вот это я понимаю. Это я понимаю, охуенный пацан. Мы выиграем. Да, нормально, мы ебем их. Нормально. Вот бы лучнику в еблет джевелин присунуть. Вот так вот.
Вот так вот. Блядь, нет, я забежал прямо в них, но это было весело. Бля, хотя 70 урона получается, да? 70 урона, это получается, я ниже головы ему попал, да? То есть, как бы, я не знаю, куда я точно ему засандалил. Но, по-моему, ниже головы это получилось. И, соответственно, ладно, пойдем понабиваем. Понабиваем пацанов. Джевелины это прекрасно, но нужно поуничтожать, как говорится, да? Хуя он выпады делает. Пошел нахуй. А, выпады наделал, как бы. Опа. Давай, маленький. Давай, давай, хороший мой, давай, блядь. Нравится тебе? Блядь, хотел доткнуть, сука. Хорошо, нормально идем. Вон там, смотри, членосос. Карта прикольная. Карта одна из лучших, на мой взгляд. То есть, как бы, не так много карт хороших. Вот, в Мордахау, мне кажется, все они приелись. И вот эта вот карта прям... Почему у тебя джевелин в руке? Блять, у тебя же был... Где твой бердыш, ёб твою мать? Смотри, он просто машет рапирой со щитом. Или что он там? У него не рапира, у него что-то другое. Смотри, блядь, смотри, радостный, блядь. Смотри, на нахуй. Вот это да, вот это я понимаю. Все посмеялись, все поугарали. Им нужно реально больше карт вводить и больше режимов различных, вот таких вот подобных, да? Чтобы, соответственно, было удовольствие, для того, чтобы было больше разнообразия, было больше интереса. И реально этот интерес сейчас есть, потому что новая карта такая интересная, как бы здесь дохуина. Дохуина просто замесов, все в центре находится, все очень близко. Смотри, трое гопников зажали пацаненка с айфоном из магазина, блядь. Просто в углу и изнасиловали его, это я понимаю, блядь. Карта охуярта. Так, подожди. Дайте мне тоже по кому-нибудь пройтись. Ха-ха-ха, блядь. Дайте мне закинуть кого-нибудь. Бля, отбил. Отбил, слышишь, маленький, блядь. И тут нас проки... У меня жизни нету больше. Мне нужно подхилиться. Мне нужно постоять подхилиться на самом деле. С лошади сбула нахуй. Тихо. Дай я постою подхилюсь. Дай я постою отдохну. Немножечко. А то пиздец какой-то. Но мы выигрываем нормально, здесь мансится все. Они пытаются, видишь, занять территорию. Кто крепость быстрее займет, тот, короче, и охуенный, как я понимаю, да? У того есть преимущество. Вот это вот хуйня, бердыш. Нихуя не рабочая залупа, как бы, как мне кажется, по ощущениям. Ей нужно, наверное, срубать все-таки головы. Поэтому мы вот с ней ходим, а толку от этого никакого. Там лошадерист прибежал. Охуел совсем. Тоже вон с джевелином, чуваки. Вот так вот, нахуй. Прям по лошадке. И прямо по чуваку. Дай-ка ему присуну. Присуну ему. Да! Да, еще и лошадь пизданули. Вот это я понимаю так. Эх, на опережение нужно учиться, короче, с ней воевать. Я до сих пор с бердышом. Там у нас топор. Здесь у нас чуваков дрючат, да? Дай-ка я его перепиздячу. Дай ему вот так вот. Вот так вот, нахуй, минус голова. Так, бердышом, значит, мы не тыкаем, бердышом мы рубим вправо-влево. На, нахуй, вот это я понимаю, блядь. Вот это я понимаю, ёбло, мы рубим. Да, охуенно. Охуенно, охуительно, братва. Сука! Опять весело, опять лошадей просто здесь неебическое количество. Я просто в шоке. Посмотри, они все лошадей понабрали и из-за этого посасывают накатки. Получается, смотри, какой большой минус. То есть, вот у тебя есть лошадь, да, у тебя есть преимущество, ты можешь посражаться там, поубивать кучу. Блять, такой хэдбугер. Вот это хорошо было. То есть, у тебя есть выбор, да, всегда. Как бы, либо ты берешь лошадь, либо идешь пиздить и захватывать территорию и побеждать. То есть наши лошади не берут. Да, наши живут меньше, но зато наши... Зато наши довольно самодостаточны в плане захвата территории. Так, прокидочка была. Заебанный бежит. Давай, блядь, на коле беги. Давай подхилимся.
Вот, и, соответственно, ты должен делать выбор, видишь, как твоя команда выбирает. Они выбрали лошадей. И, соответственно, никто не захватывает территорию, никто даже на поинт пройти не может. У них есть лучники и есть лошади. Лошади просто вбегают, а территорию не захватывают, соответственно. Очень странно это все выглядит, конечно. На, нахуй. Пошел нахуй, блядь. Машешь тут хуйней своей мне. Так, спокойно. Тихо! Да это что такое-то, нахуй? Что за кузнец, блядь, по моей голове прошелся? Как будто мне из моей головы, блядь, сейчас выковали меч, понимаешь, такое ощущение. Слушай, охуенно, охуенно, нравится, нравится, радостно, радостно. Карта пиздатая, вот этого в Мордахау у них, вот этого мяса, понимаешь, замесов. Чтобы фановая игра ощущалась еще фановее, понимаешь, и это очень круто. Чтоб ты еще больше... Блядь, кто здесь это поставил? Ёб твою мать, я песосом прямо наткнулся. Да пошел ты нахуй. Пошел ты нахуй. У меня для тебя сюрприз, говно. Повреждение транспорта. Так, у меня нихуя нет, да? У меня сюрприз, в котором нихуя нет. Пацаны, я так чуть-чуть, я потихой. Мне оружие надо. Братан, скинь что-нибудь. Братан, братишка, брат. Братья, скиньте мне песос. Песос мне какой-нибудь, песос большой в руку. Большой в руку, чтобы вставлять. Ты-то играешь в Мордахау, не? Мне просто интересно. То как бы... Непонятно, играешь или нет. Нравится, нет. Чего ждешь от игры? Режимов побольше надо разных и карт. Вот что я считаю здесь. А вот такие вот аренные карты, это, конечно, великолепно, блядь. Присандалили мне в бочину. Там лучник в бочине. Там лучник в бочине стоит, да? Но они пройти, видишь, не могут нихуя. Блядь, я все копья по своим раскидываю. Заебись. Нахуя мне копья? Заебись. Выпад хороший у нас. Ой, бедный маленький. Вон там, вон говно. Вот говно нужно вычислить. Давай попробуем сделать, стать героем этой. Во мне стрела. Заебись, блядь, стал героем. Вот там вот, видишь, хуй сидит. Короче, ты его не видишь, и я его не вижу, но он там сидит. Понимаешь, мы сейчас выбежим на него и выебем его. Или он нас выебет. Пошел нахуй. Говнарь! Так, подожди. Вот это я понимаю. Он налетел прямо на копье, прыгнул с животом. Это пиздос! Привет, маленький. Мальчик моей мечты. Че, нету у тебя больше лука, да? Зашел, блядь, так далеко. Со своим луком, хуюком. Ой, извини, братан. Я тебе по голове въебал. Тихо, пацан-трэ. Да это я свой же, блядь! Это же я же! А, маленькие, блядь? Чё, боитесь? Боитесь? Страшно вам? Заебали эти лошади уже здесь бегать. Просто пиздец, сколько здесь лошадей. Просто. Ну, обнова, я считаю, удалась. То есть, как бы, новый контент, как бы, я получаю, и я получаю какие-то новые эмоции, да? И они такие свежие, на самом деле, потому что вот эта вот локация, она реально охуенная. То есть, ты знаешь, откуда, где сражаются. Это офигенная локация, если ты хочешь тренироваться, да, например, хорошо играть в эту игру. Мне кажется, для тех, кто любит сутулить и задротить в эту игру, соответственно, да, для тех она идеальна. Чё, раненый? Чё, блядь? Там лошадерист меня сейчас будет брать. На таком поле, где лошади... Видишь, где лошадеристов дохуя, очень бегать не стоит, как бы. Потому что вот эта лошадь будет пытаться меня ебать сейчас постоянно, как бы. Надо ее выебать, эту лошадь. А то он охуел. Вот сука, блядь. Вот эта лошадь реально охуела. Да долби его, блядь! Долбите его, мальчишки! Заебали, одни лошади бегают у них на карте. Просто одни лошади, понимаешь? Повсюду, блядь. Они даже уже не пытаются зайти на территорию, потому что все понятно. Сука, промазал. Давайте, жмем его, гнем. Давай, пока, блядь. Лошара. Залез такой, ой, нихуя. Я не в этот магазин шел, блядь. Точнее, я не в этот клуб, я не в этот бар. Сука, охуенно. Охуенно нравится. Да, и вот это. Нет, не перепиздячил. Ну, очень большое преимущество. Знаешь почему? Потому что мы, соответственно, заняли территорию в начале.
Они, у них тратятся очки. У нас очки только от смертей тратятся, соответственно, если наших убивают. И все. То есть все. Разгул простой, как бы. Разгул полный. Мы получаем удовольствие, мы получаем кайф. Джевелин, конечно же, оружие на любителей. Его нужно брать в дополнительный слот, как мне кажется, да? И, соответственно, с ним уже сражаться. Потому что... Ну, еще нужно привыкнуть ко всему. В любом случае, спасибо тебе. Посмотрели мы с тобой сегодня на обновление Мордехао. Желаю тебе удачи, всего хорошего. Значит, любви тебе, счастья. Знаешь, пиши мне, снять тебе Мордехао или что-то другое, или что-то новое, что-то интересное, значит. Пиши, что ты хочешь видеть. Вот. Игруха, на самом деле, ну вот если сделать выводы, игруха, она развивается, да? И вот здесь прийти отдохнуть, порубить кого-нибудь, наверное, единственная игра, которой вот просто я захожу, допустим, да, вот сейчас зашел записать даже, да, и я порубил, и я получил удовольствие. А билд какой-то можно с джевелинами придумать. Если ты тройку джевелин делаешь, например, и в тройку, на тройку второе оружие. Но джевелин не такое имба оружие, которое, скажем так, хотелось бы брать постоянно, да. То есть, как бы, ну... Оружие и оружие, то есть не сказал бы я, что это прям интересно, 70 урона, но полностью не убивает, в голову только если без шлема, как я понял, хрен его знает. В любом случае, тебе спасибо, как всегда, за лайк, настроение, надеюсь, у тебя хорошее, потому что у меня оно было замечательное, мы с тобой классно провели эту арену, все, пока-пока.